Добрейшего времени суток, почтеннейшая публика. Это дополнительный ролик к ролику про удобрение самомеса. Ссылка на этот ролик будет здесь в описании, внизу. Также вы можете просто этот ролик найти на канале. Там рецепт приготовления макро, микроудобрений. Что хотелось бы вам так дополнить к тому ролику. Макроудобрения я делаю обычно два компонента раздельно. Отдельно нитраты, отдельно фосфаты. То есть нитрат калия, фосфат калия. И уже по мере необходимости использую либо их совместно, либо раздельно отдельно нитраты, отдельно фосфаты. Так что вам бы я рекомендовал тоже так же делать. Вам будет удобнее. Кто-то пользуется тестами. В зависимости от показаний вы можете использовать отдельно нитраты, отдельно фосфаты. Калий туда входит. Так что, может быть, не будет необходимости в дополнительном применении калия. Также калий входит и в микро. Если вы его туда тоже добавляете, то, скорее всего, вам не понадобится дополнительно калий еще в аквариум добавлять. Но если вы добавляете его, то можете, по крайней мере, из микро его исключить. Туда в рецепте входит сульфат калия. Вы его можете оттуда исключить из этого рецепта и калий уже делать отдельно. При изготовлении калия лучше, на мой взгляд, использовать именно сульфат калия, а не калий серно-кислый. Когда вы его делаете, то есть в горячей воде растворяете, обычно там 110 грамм на литр воды, я не отфильтровываю, сутки просто постоял он, осадок осел на дно, и все, и аккуратно уже потом в аквариум добавляете. Если вы в микро добавляете сульфат калия, то, соответственно, либо фильтруйте уже после этого удобрения, потому что осадок будет выпадать именно сульфата калия в вашем удобрении. Если не хотите фильтровать, то перед внесением удобрений не взбалтывайте саму емкость, чтобы осадок у вас оставался на дне. Также я в микро не использую, то есть в рецепте он есть, молибдат аммония, я в последнее время перестал туда добавлять, потому что переизбыток этого элемента может и вызывать вспышку водорослей, поэтому предпочитаю просто не вносить его туда и все. Чем удобно самомеса, что что-то можно убрать из этого рецепта и не добавлять. Также по железу. В рецепте там и трилон бы используется, и так все у нас по железу, и сульфат железа трехвалентного. Я это не использую, заменяю просто хелатом железа 11% ДТПА, развожу его. Там на пол-литра получается 2,63 грамма хелата этого надо. То есть разводите. Если вам концентрации железа не хватает, именно в микро, то есть еще приходится дополнительно делать железо. И отдельно еще его плюс к этому добавляете. Потому что железа в микро не так много прям. В самом рецепте там концентрация железа не очень большая. Вот что мне хотелось вам в дополнение к тому ролику рассказать, чтобы было поменьше вопросов, то есть у вас не возникало, и вы спокойно пользовались этими удобрениями. Я ими пользуюсь постоянно и в разных объемах. Здесь использую, и на работе использую. Удобрения работают нормально. Да, не совсем прям чистые, там идеальные, но работают, растения растут, так что используйте, пользуйтесь этими рецептами, и думаю, у вас рост будет нормальный. По внесению самих удобрений я предпочитаю каждый день вносить. Кто-то с подменами воды вносит, кто-то один раз в неделю, я предпочитаю каждый день. Ну, мне удобно так, и дозировки удобно рассчитывать. И растения постоянно в небольших количествах получают питание. Спасибо вам за просмотр. Не прощаюсь.